А начнем с экстренного предупреждения. Управление МЧС России Ростовской области. Завтра на территории Ростовской области ожидается сильная жара, плюс 40 градусов. Прогнозируется увеличение количества ДТП на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна. Обострение сердечно-сосудистых заболеваний у населения. Возможные тепловые удары. Выход из строя объектов жизнеобеспечения в результате перегрева трансформаторных подстанций. Необходимо соблюдать меры безопасности при нахождении на открытом воздухе, не допускать перегрева, надевать головные уборы, избегать прямых солнечных лучей. Несмотря на жаркую погоду, информационная группа администрации города встречалась сегодня с жителями поселка Кирова. Побывав в детской больнице, на стадионе и в новом спортивном комплексе, участники интересной поездки поделились своими впечатлениями с нашей съемочной группой.